Торгово-промышленные палаты России подвели итоги национального рейтинга прозрачности закупок в 2019 году. Чувашской республике присвоена наивысшая степень гарантированная прозрачность. В Чувашии действует централизованная система госзакупок. Она позволяет получать максимальную экономию бюджетных средств и формировать конкурентную среду. Все заказы путем проведения торгов размещаются через уполномоченный орган Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам. Кстати, по итогам 9 месяцев объем государственных закупок составил 10,5 миллиардов рублей. Бюджетная эффективность около 750 миллионов. Система позволяет и контролировать исполнение заказов. Например, по неисполненным контрактам выставлены неустойки на сумму более 50 миллионов. А взыскано 44 миллиона рублей.